приглашаю на сцену человека тоже, который когда-то был лауреатом, дипломантом, я не знаю, был или не был, лауреатом точно был, и не один год. А потом он просто стал другом Обнинской ноты, а теперь он у нас является членом жюри. Это наш гость из «Электростали» Александр Медведев. Добрый вечер. Тонет наш кораблик в затоне, гонит волна туда, где скалисто видно, на самом высоком балконе. Надо было не курить, а молиться. Слышишь, страх сползает по крышам тише, не мозоль ему очевидно, на самой высокой из вышек. Надо было орать, что есть мочи, но к черту все условности стерты швами, разделительных полос видно, на самом высоком аккорде. Надо было сорвать себе голос словом «любовь», строчкой для Бога, словом «любовь», строчкой для Бога. Брошен и землей отгорожен, скошен, пилюлей плацебо видно, на самой высокой из лоджий кто-то застеклил выход в небо. Кроме нас никого в этом доме кормим, обещаниями совести видно, на самом возвышенном слове. Надо было заканчивать повесть словом «любовь», строчкой для Бога, словом «любовь», строчкой для Бога. Спасибо.